Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале Перекупщик. Часто задают вопрос, как определить состояние монеты. Я нашел такой сайт, один интересный, классификация состояния монет, чтобы можно было сразу и картинки посмотреть, как монетка выглядит, и понять английскую меру, вот эту, которую все нумизматы привыкли определять по следующим критериям. Вот, смотрите, например, слабое состояние, good оно называется, вот такая двушечка трупяковая, да, то же самое трешечка 43-го. В принципе, все понятно, что эта монета однозначно, как говорит нам сайт, детали рельефа сохранились едва читаемые. Very good. Удовлетворительно. Смотрим. Вот. Так вот выглядят монетосики. Монета сильно потерта, изношена или повреждена. Можно прочитать около 25% рисуночка. Fine. Состояние хорошее. Вот такой монетосик. Обычно различимо 50% оригинальных деталей рисунка монеты. Very fine. Очень хорошее состояние. Вот примеры. То есть, чтобы не брать вам свои монеты и придумывать, потому что, в принципе, не так-то и легко классифицировать, потому что монетки в разном состоянии, дабы не придумывать ничего. Вот так, монета Very Fine имеет некоторую потерность, а мелкие детали рисунка сглажены. То есть для начинающего, в принципе, не так-то и просто определить степень износа монеты. То есть должен быть наметанный глаз. Что мы видим? Соответствие состоянию монеты X-Fine предполагает хорошее развлечение. 90-95% рельефа. АУ почти не была в употреблении. Вот она как выглядит. Видите, какие вензеля. Вот, почти unit circulated. И вот, если взять, например, АУ и Extra Fine, тяжело начинающему будет определить. Вот нам пишут, практически идеальное состояние, но все же, если поискать, то можно найти небольшие царапины. И Unicirculated или Uncirculated, ну я Unicirculated называю по-русски, это монетка, которая не была в обращении вообще. То есть мы видим просто идеал, только отчеканенная, часто в кладах они попадаются. Вот за такие монетки, друзья, идет война. И, по-моему, мы забыли, у нас еще есть proof состояния. Почему-то оно здесь не указано. Да, ребятки, у нас еще есть proof и proof-like. Это зеркальная монета, зеркало. Трогать это руками монету нельзя. Вот. И proof-like — это специальный чекан для нумизматов. Допечатывают монетки proof-like. Ну вот, как-то так. Думаю, вам понравилось видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами, как всегда, Мега Дэнди Перекупщик.